новые правила регистрации места жительства. Что они означают? Постановление Кабмина номер 207 от 2 марта 2016 года, согласно которому функции регистрации передали местным органам власти, превратно поняли. Как утверждает замглавы правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, в СМИ появилась информация о том, что за просрочку регистрации вводятся штрафы. Но это не так. Он утверждает, что административная ответственность за жизнь без регистрации или несвоевременную регистрацию, наоборот, смягчается. До набуття чинності цим новим законом завжди на особу за порушення цього терміну накладався штраф від 17 до 51 гривні. За новим законом з 4 числа штраф не накладається, виноситься просто попередження. Ну, оскільки є обов'язок реєструватися, то має бути якась начебто відповідальність, і ця відповідальність така віртуальна. Эксперт отмечает, несмотря на нововведение, процедура регистрации места проживания все еще остается осколком советского режима и абсурдна по своей сути. Бо держава досі від нас вимагає зареєструватися обов'язково, при тому, що держава нікому не гарантує право на житло. І це така патова ситуація. З одного боку, ви десь повинні цей штампик отримати, а з іншого боку, якщо вас родичі не хочуть в себе реєструвати і у вас немає ніякої нерухомості, то ви апріорі стаєте порушником закону. Новый порядок не распространяется на переселенцев. Неудобства же в целом при действии системы регистрации возникают при реализации политических прав при участии в выборах. Есть много и бытовых ситуаций, которые с точки зрения закона говорят, что прописка не имеет ценности, но на самом деле в поликлинике при оформлении детей, в детском саду или в школе у человека попросят паспорт со штампом. Если зарегистрировано не по месту жительства, отмечает Тимощук, то вам предложат заплатить благотворительный взнос, хотя законодательство не предусматривает такой дискриминации, но по факту это имеет место.